Эти земли прокляты троллями. Водопад Кендер прекрасен. Вилли не лгал. Но где же он сам? Ты слышал, что случилось с Арчибальдом? Да, я был с этим болваном, когда он зажег огонь. Ведь говорили ему, что не стоит испытывать судьбу. Ты все видел? Расскажи, что произошло? Сказания не врут, Вилфред. Что ты видишь? Сказания не врут, Вилфред. Нам явился могучий пикт. Сюнин, укажи путь. Ходи туда, ты уж мне поверь. Эйвор, ты нашел мое убежище? Лишь глухой не услышал бы, как ты поешь. Твое карканье и мертвых поднимет. Стычки с пиктами, видно, тебя измотали. Ничуть. Чем больше шрамов, тем больше славы. Взять моего отца. Бывалый боец, а изрезан как баран на вертеле. Неудачная шутка, Вилли. Особенно теперь. Чудесные воды, верно? Исцеляют дух и тело. Настоящий дар Фрейи. Вилли, твой отец умирает. Пора это признать. Когда он уйдет на вечный пир, ты станешь ярлом. Это твой долг. Эйвор, я уже порядком устал от местной сырости. Здесь слишком тепло зимой и холодно летом. Говорят, в Мерсии куда лучше. Густые леса, яркие краски и журчащие ручьи. Там, где вы поселились, так? У нас тебе всегда будут рады, но твой долг — сначала обсудить свое решение с отцом. Я смогу все ему объяснить. Заставлю его понять, что вовсе не желаю быть ярлом. Вилли, ты идешь наперекор обычаям. Сын всегда должен следовать по стопам отца. Эйвор. Я и сам хочу, чтобы ты стал ярлом. Клану Ворона нужны союзники в Англии. А ты мой лучший друг. Ты заключишь с нами союз, кто бы ни возглавил клан. Вас с Сигурдом здесь обожают. Вилли, твой отец умирает.
Пора привести свои дела в порядок. Это дела клана. И весь клан будет решать, что мы предпримем дальше. Ты еще можешь примириться с отцом. Мне судьба не сделала такого подарка. Не отвергай его. Вилли! Вилли! Скорее! На нас напали? Твой отец! Он при смерти! Поспеши в длинный дом! Ярлу Хемингу недолго осталось. Нужно увидеться с ним. Мама, Ярл Хеминг попадет в рай? Я надеюсь, что да. Если я... Для Ильсу, маршрут Трюхкин... О нет, Хеминг! Наш Ярл! Эйвор! Я снова вижу вас вместе, как в старые добрые времена. Словно я опять молод. Хорошее чувство. С ним и дорога в зал павших будет легкой. Эйвор, ты стал славным воителем. И от твоей мудрости будут... слагать песни. Мне было у кого учиться, Ярл Хеминг. У тебя больше всех. Прошу тебя, не забывай мои уроки и учи других. Отец Вельва уже идет. Со снадобьями, с припарками. Я помню, как держал тебя, Вилли, одной рукой, когда ты только родился. Смотрел, как мой маленький мальчик растет, машет палками, бегает по лужам и мечтает о славе. Я горжусь тем, чего ты добился, сын. И еще я горжусь тем, кем ты станешь, чтобы я... Отец. Вилли. Нужно готовиться к похоронам. Я созову свой клан. Собери тенов этого Шира.
Тены начали собираться. Трюгве нужна наша помощь. Ищи нас у погребального костра, на холме за деревней. Что за чудесный гость? Какая осанка и стать? Я? О, да. Я вот думаю, так ли хорош твой флютинг, как ты сама? В каком смысле? От мужчин и от женщин отбоя мне нет. Ведь не только пером поражает поэт. Если жаждешь любви, я к сражению готов. А поэзии, что ж, я любитель стихов. Пусть будет флютинг. Прекрасно. Может, усилим впечатление? Побьемся об заклад? Мой заклад? Спасибо. Мы готовы? Начинай. Словом можно смешить, развлекать, унижать. Но ты знаешь, что может оно соблазнять? И в любовной игре всех важнее голова. Да, тебя на колени поставят слова. Да! Ты лишь только вошел, меня бросило в жар. Я охотно ударом твой встречу удар. Ни одним языком похвалиться могу. Между губами нетрудно пропасть языку. О, еще! До утра в твое ушко шептать я бы мог. И столь жарких, клянусь, ты б не выдумал строк. Но к чему болтовня? Лучше ведь показать. Все же я предпочел бы тебе отказать. Ты просто чудо. Скажи, ты точно не хочешь ненадолго остаться? Мы пошли бы куда-нибудь и... Это лишнее. Где мой выигрыш? Да, конечно, я просто пошутил, да. Дружеская шутка. Прекрасный поединок. Смотри, Сюнин. Хемтерпу вновь будет грозить опасность. Кто нас защитит? Вилли? Не думаю. Достойный ярла Хеминга. Его путь в Вальгаллу будет освещать бушующее пламя. Эйвор. Дрэнг. Спасибо, что пришла, Сунева.
При виде старых друзей сразу легче на сердце. Мы прибыли сразу же. С дарами для ярла Хеминга. Поминки продлятся несколько дней. Скоро ли мы начнем? Погребальный костер почти готов. Всем гостям нашлось место. Еще немного, и можно будет начинать. Хорошо. Ты молодец, Стрюга. Я поклялся ярлу Хемингу в вечной верности и сделал бы для него все. Альтинг нужно созвать через неделю после похорон. Дэны этого Шира назовут вилиярлом нашего клана. Если, конечно, смогут оправиться после недели пьянства и слез. Похороны будут славные. С холма отец сможет смотреть на свои земли. А пламя костра будет видно по всему Ширу. Отлично, Трюгви. Это было его любимое место. Думаю, пора начинать. Я присмотрю за гостями. Я избавлю тебя от них позже, когда мед наконец ударит им в головы. Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе. Трюгви крепче скалы. Пока он здесь, в Хемторпе будет царить мир. Он славный. Эйвор, я покину тебя ненадолго. Хочу забрать кое-что для отца. Подарок. Когда ты успел сделать погребальный дар? Я хотел отдать его отцу еще при жизни. Это невероятная вещь. Я принесла дар от клана Ворона. Он лежит в башне на другой стороне Хемторпа. Спасибо тебе. Буду рад его увидеть. Я хочу взглянуть на дар. Он должен быть достоин ярла Хеминга. Эйвор, у тебя тяжелый взгляд. Что тебя тревожит? Перед смертью Хеминг хотел услышать мой совет. Спрашивал, кому следует возглавить его клан. Это будет Вилли, разве нет? Так гласит обычай, да. Трюгве просил меня помочь Вельве с погребальными жертвами. Может, стоит посоветоваться с ней? Хорошая мысль, но я пойду к ней один. Расставь у деревни дозорных. Пусть поминки пройдут спокойно. Сюнин, разведай местность. Сможет ли Вилли занять место ярла Хеминга? Править с нами. Ты брат волка, ворон битвы, и слава твоя растет подобно молодой луне. Я не в силах сделать выбор, о котором просил Хеминг. Можешь дать мне совет? Нужно принести жертву. Зарезать овец у спящего йотуна, прежде чем зажгут костер. Идем! Пакет.
Идите за мной. Вы послужите богам и упросите их принять нашего ярла Хеминга с полной чашей. Вельва, тебе ведомо будущее? То, что еще не свершилось? Я вижу то, что нужно и когда нужно. Великий дар. Тяжкое бремя. Ярл Хеминг просил у тебя совета, чтобы облегчить душу. Просил, и нередко. Но часто его беды лишь умножались. Он беспокоился о будущем клана, о том, кто станет ярлом. Меньше слов. Не то к нам слетятся злые духи. Как скажешь. Ты тревожишься. Твой ум затуманен. Тебе мало одних лишь добрых знамений. Мне нужна мудрость богов. Ты хочешь знать, кто станет хорошим ярлом? Верно. Сложно выбрать между Вилли и Трюгве. Мы стоим в тени великана, древнего хранителя тайн. Здесь ты найдешь источник его мудрости. Поднимись на спящего йотуна и спей воды. Жди на вершине. И не старайся найти ответы. Они придут к тебе сами. Что видишь, Сюнин? Это вершина. Чтобы найти ответы, мне нужно очистить свой разум. Хеминг, это и правда ты? Не я сам, а лишь мой дух. Почему ты не в зале Одина?
Всему свое время. Я поднимусь в зал избранных всеотцом вместе с дымом моего погребального костра. Я рад видеть тебя снова, Ярл, но не знаю, как исполнить твою просьбу. Преемника выбрать непросто. Один любим народом, но не хочет править. Другой не снискал признания, но справится лучше. Эйвор, при жизни я сказал все, что мог. Посему и в смерти не скажу больше. Забудь о мудрых доводах рассудка. Что говорит твое сердце? Оно остановилось и смолкло. Хеминг, это не мое решение. Его должен был принять ты, тот, кто вел клан. Как Сигурд ведет твой. Но это не умолило твоей жажды славы, и ты мечтаешь занять его место во главе клана. Я не хочу сменять Сигурда. Норны уже сплели наши судьбы. Мы лишь следуем предначертанному. Ты ждешь этого. С нетерпением. Так что, мне пойти против судьбы? Отказаться от пути славы? Нет, лучше умереть, защищая этот путь. А вот я тебя помню таким. Ушел слишком рано, Ярл Хеминг, не решив судьбу Шира. Ты примешь верное решение, я уверен. Нерешительность притупила твой клинок. Вождям сомнения не к лицу. Ты дрогнул, Ярл Хеминг, не я. Так прислушайся к моим словам. Ты вынудил меня, Хеминг. Я ведь не хотел. Не жалей, Эйвор. Благодаря тебе я все же пал славной смертью в бою. Старый лис, так вот зачем ты меня разозлил? Всеотец пришел, чтобы увести меня в свой зал. Мне пора за ним. Любой твой выбор будет верным.
Ты узрел то, что хотел? Да, этого хватит. Ты узрел то, что хотел? Да, этого хватит. Какой чудесный щит у него. Гонор не растерял свои сноровки. Вот дар от клана Ворона. Замечательный щит. Хорош, но чего-то не хватает. Такого, что говорило бы о твоем отце. Думаю, нужен знак на лицевой стороне. Но понадобится мастер. В деревне такой есть? Я знаю одного. Изгнанник, но хороший мастер. Живет в пещере к северо-западу от Хемторпа. Проводил бы тебя сам, но мне нужно вернуть Избьорн. Избьорн? Копье твоего отца? Он не бился им в Улкенторпе? Нет, потерял копье на охоте пару зим назад. Оно застряло в боку медведя, и зверь сбежал. И ты все равно надеешься найти копье до похорон? Давай признаем, шансов у тебя немного. Не бойся, друг. Чутье меня не подведет. Лучше отнеси свой щит изгою. Пик. Изгнанник должен жить здесь. Изгнанник явно ценит одиночество, раз живет в такой норе. Тебя нелегко отыскать. Ярл Хеминг мертв. Говорят, ты мастер своего дела. Мне нужно нанести на щит рисунок в память о жизни и смерти Ярла. Камни. Рука и дух Ярла Хеминга были крепки. Можешь ли ты похвастать тем же?
Дух все еще не крепок. Как ему окрепнуть в такой час? Ярл Хеминг никогда не колебался. Да, его дух всегда был крепок и велик. Ты так и не дал мне ответ. Согласен ли сделать рисунок? Скажи, кем он был для тебя? Вождем, который хотел защитить свой клан от врагов и прославить его. Знак Вегвизир. Чтобы не сбиться с пути. Это твое решение? Да, вот мой выбор. Сейчас я начну. Что привело тебя сюда? Судьба. Меня приговорили к смерти. За убийство. Но суд не был справедлив. Ярл Хеминг хотел оставить мне жизнь. А селяне... отнять ее. Изгнание и слепота. Плата за жизнь. Спасибо тебе. Ярлом станет его сын? Это решать самому Вилли. Нет, не Вилли. Судьба уже все решила. Хеминг был бы доволен нашим даром. Интересно, Вилли нашел копье?
это возмутительно! Празднично. Слишком! И слишком рано! Пожар, драки, и все гости уже пьяны! Тьфу, это чересчур! Хэмторп может загореться раньше костра. Боги! Неужто я подвел ярла? Ладно, Трюга. Я утихомирю буянов. Они ведь его убьют. Говорила я ему, не надо. Выходи, грязный крысеныш! Что здесь происходит? Как ты посмел омыть Хеминга своей жижей? Я задал тебе вопрос. Там в доме прячется Сакс. Глупец, который хочет отправить Хеминга в их рай, а не в Вальгалу. И теперь дрожит от страха за дверью. Так лучше для его бессмертной души. Сейчас сам проверишь, как лучше. Эй, успокойтесь. Я поговорю с ним. Узнаю, что он затеял. Тащи эту тварь сюда! Люди снаружи злы на тебя. За что? Я сделал все как надо. Лучше выйди на улицу сам, пока еще можешь ходить. Да, да, я пойду. Только не бей меня. Вон там лежит ключ. Открой двери, я выйду вслед за тобой. Боже мой! У тебя есть ключ? Открой дверь. Тащи эту тварь сюда! Ты поплатишься, осквернитель! Довольно. Пусть он сам все объяснит. Клянусь, клянусь, я любил Хеминга! Хотел отправить его душу в Царство Божие! И облить его тело мерзкой водой? Она в святой воде христиан? Конечно! Я окропил его во имя Господа! Не совершай христианские обряды над телом норвежца. Но я хотел... Это твои соседи. Чти их и их обычаи. Тогда сможешь дожить до седых волос. О, нет! Вот теперь ты точно стал одним из нас. Трепи дау! Нет, пожар! Что это еще за водка? Бесценный дар, достойный ярла. Позбеши, а то вся сгорит. Если это твоя водка, то я спас ее прямо из пламени. Стерпел жар Сурта, да. Этот крепкий напиток русы в Киеве варят из зерна. Налей себе чашу. Немного выпить точно не помешает. Берегись. От водки пьянеешь быстро.
Мне уже пора. До встречи. Покажи, что там впереди. Петухар Хеминга? Драконы с острыми когтями! Спаси меня! Благодарю, Тор, за спасение. Протрезвеешь, держись подальше от петухов. Ну вот, хоть какой-то порядок. Теперь надо сообщить друга. Парду фраумов! Мне удалось успокоить гостей, насколько возможно. Они скорбят. Неудивительно. Спасибо. А как насчет тебя, старый друг? Пожалуй, скорблю больше других. Уверен, Хеминг гордился бы тобой. И всем, что ты для него сделал. Надеюсь. Трюга, боль пройдет. Дай лишь время. Да, пройдет. Завтра, Альтинг, нам нужно будет выбрать ярла. Мне следует обсудить это с Суневой. Ты поговорил с Вельвой? На твои вопросы ответили? На некоторые, да. На другие я отвечу сам. Как думаешь, Вилли найдется место в нашем поселении? Он сказал, что хочет жить вместе с нами. Разве он не станет ярлом этого Шира? Сложно сказать. Есть и те, кто хочет видеть на этом месте Трюгве. Эйвор, Трюгве не хочет власти. Чувство долга зовет его умереть вслед за господином. Ни в коем случае. Отец не дозволил бы такой глупости. Как еще мне почтить своего ярла? Мое время прошло, будущее в твоих руках, Вилли. Костер лишь для моего отца. Ты должен жить. Я запрещаю тебе бросаться в пламя. Не допущу, чтоб ты жертвовал собой. Это запрет старого друга Вилли или нового ярла? Человека, который хочет, чтобы ты одумался. Вилли, Трюгве. В обоих жива часть духа Хеминга. Но оба боятся занять его место. К чему терпеть столь нерешительных людей и держаться в стороне? Ты можешь захватить Шир,
Он не мой по праву. Дом, где ты спишь, вершина, что ты покоряешь, серебро, что ты берешь, все они твои. Какой толк от твоей сдержанности? С Ноттингемшир достоин славного ярла. Того, кому можно доверять. Вилли любим людьми Шира, но не готов стать их вождем. Он может научиться, но захочет ли? А Трюгве... Он крепок духом, мудрый, верен наследию ярла Хеминга. Может, даже слишком. Но с годами жажда жизни оставила его. За ним не пойдут люди. Ты не можешь! Я не позволю! Я не прошу у тебя разрешения, лишь прощения. Боги, Эйвор! Останови этого глупца! Трюгве, такое решение дорого обойдется. Всему Ширу тяжко будет без тебя. Но у меня никого не осталось. Смысл моей жизни на том костре. Ты не прав. Когда люди просили отца о помощи, кому он обращался за советом? Ярл Хеминг был моей скалой, и все решения он принимал сам. Будь Хеминг жив, разве он не сказал бы, что твоя мудрость нужна народу Шира? Ты поклялся умереть вместе с Ярлом? Или служить тому, во что он верил? Я буду жить. Ты мудр, Эйвор. Мудрее, чем мне казалось. Эйвор! Сунева! Дозорные заметили пиктов в чаще. Вилли погнался за ними. Жаль, что палка меня не разбудила. Куда он пошел? Поднимем остальных. Кто знает, сколько там пиктов? Я и сам с ними справлюсь. Где они? Рядом. Я покажу. Ярость поглотила его без остатка, Эйвор. Весь этот гнев и печаль выплеснулись наружу. Палка никогда не умел сдерживать свои чувства. Это должно было случиться. Мне стоило быть внимательнее. Не вини себя, Дрэнг. Я всегда приглядывал за ним. В детстве, да и сейчас тоже. Пусть Вилли выпустит боль, что накопилось внутри. Но я хочу убедиться, что он не попадет в беду. Слава Одину, что палку оберегаешь ты, брат Волка. Ради семьи я сделаю все, Сунева. Без лишних вопросов. И ради тебя тоже. И ради любого из клана Ворона. Мы знаем, Дрэнг. Потому и верны тебе. Вот, Эйвор. Отсюда Вилли погнался за врагом, увидев, как убили лазутчика. Я вернусь в Хэмторп и прослежу, чтобы наши люди были наготове. Прошу, будь. Я вернусь. Покажи мне все. Чтобы наши люди были наготове. Прошу. Здесь мне точно не рады.